Прием, прием, здорово всем, с вами Хилхёртс, я снова накачал какой-то дичи со Стима, демоверсии накачал, джойстик подключил. Игра называется Ember's Tale, истории Эмбера. Эмбер это уголь, не уверен? Ну, не суть, плей демо, погнали. Это вроде бы была плашка похожа на Dark Souls, поэтому я опять снова возбудился, испытал радость и такой, блин, надо играть, слушайте. И это очень недурно, очень приятная пиксельная рисовочка. Прям могу вверх бить, могу вниз бить. Это же тупо Hollow Knight. Это что такое? Как эта штука называется? Видели, какие дропы кадров снизу? Жуть, пики-то что, сейчас погромче сделаю. Слушайте, мне кажется, мне это очень понравится. Если еще и дэш будет на нолик, сейчас я курсор уберу. Если еще и дэш будет на нолик, я вообще восхищусь. Лис сутулых убиваем. Не то, чтобы я не любил лис, не знаю. Не из семейства собачьих, а я же собачьих не очень люблю. Если у нас... Ой-ой, что-то вроде карты. Вроде бы нет. Можно так эту лису победить. Это какие-то антигравитационные лисы. Им пофигу на силу притяжения, сами видите. Они делают, что хотят. Ага, это какой-то гигачат мужчина. Я почти все хп потерял. Что это такое, не понимаю, это можно собрать? Да. Это какие-то некие коллектаблсы. Ну давайте отправимся дальше, поглядим, что же нас тут может ожидать. Стараюсь более осторожно действовать, чтобы побольше хп хватило. Вверх. Это хил. Hold B to spend some astral. Ну ясно, я уже понял, что... Ага. Я уже понимаю, что ворота на Б не будет. Если честно, я очень огорчен. Но менять я ничего не буду, потому что это демо-версия. Даже если она мне не понравится, мы все равно с вами, к сожалению, нашему величайшему много поиграть не сможем. Ага, то есть непосредственно с противников падают сразу хилки. И это ли не здорово, дамы и господа? Мне кажется, это восхитительно. Не знаю, как вам. Вы, конечно, можете написать свое мнение в комментариях. Ворона. Очень поносная цветовая гамма, кстати, я вот сейчас заметил. И некоторые противники еще коричневого цвета, что вообще какая-то жесть. Так, мадемуазелька или мужчина, не знаю. Приветствую, путешественник, путник. Так, вверх. Head gently of your direction. Что-то там не... Just pondering that resources you hold within you. I have observed with evolution of this realm for ends. Over the past few hundred years, humanity was... что-то интересное он рассказывает. Ну, короче, обычная абстрактная дичь, дамы и господа. Не нуждается в переводе. Про какие-то ресурсы астральные нам рассказывает. Ладно, я больше не подхожу к ней писем. Господи, какая дичь, дайте мне играть. Я могу с этой? Не могу. Вообще никак не могу скипнуть. Неужели не прошло и полгода? Максимально бездарное использование неписи. Он ничего не делает, он ничего толком не объясняет. Он втирает нам какую-то дичь, за что я ему не респектую, ребята. Не знаю, стоит ли мне убивать лис. Не то, чтобы я прям такой, знаете ли, лисоненавистник. Да что ж такое, я посмотрел не на ту сторону. Лечись, молоденький. Давай еще, а так. Могу назад вернуться? Че, не могу назад вернуться? Есть у меня отпрыг? Нет, отпрыга от стен нет. Это стоило нам одного сердечка. Ну да ладно. И не с такой фигней справлялись. Сколько на этого работягу хитов требуется? Аж 3. Ну, она просто рассказывает то, что лечиться можно. То есть то, что нам уже рассказали. Зачем еще раз игра это делает, непонятно. Ну, как минимум, возьмем много хилочек. Знаете, что меня пугает? Раз так много падает ресурсов для лечения, возможно, здесь будет просто жесточайшая... Лола, как я тут оказался. Возможно, тут будет жесточайшая жесть с противниками. Так можно наступать или нет, я не понимаю.
Почему-то хилки не всегда срабатывают. То есть надо без движения, что ли, прожимать? Слушайте, я же возвращался тем путем, откуда пришел. Почему я пришел в другое место? What a kind of magic, you know? Я был бы рад знать, но я не знаю. Я могу туда, могу сюда. Я не знаю, куда иду. Да что ж такое? Какой нехороший тут везде воды расставил. Алло. Лисица. Твою мать. Сложно. Очень много всего, зачем надо следить. И все, что самое, наверное, неприятное, максимально ублюдского цвета. Просто цвета говна. Вот это из неприятных минусов, которые сразу же бросаются в глаза. Достаточно сильно мешают прохождению. Мы же с вами не робкие ребята, мы не пальцем. Ой, слушайте, мне что-то так захотелось в Ender Lilies поиграть. Я прям даже не знаю. Вряд ли, конечно, я буду это делать. Но мне захотелось. Так, сейчас один момент. Один момент. Так, я снова прошу прощения. Не помню, успел ли я прочесть что-то. По-моему, нет. Знаете, в чем печаль? В том, что я не знаю, где карту найти. Какой-то гига-элитный противник. Мне кажется, я с ним пока не готов драться, дамы и господа. Unhallowed Nest. Слушайте, ну все еще рисовка мне очень нравится. Не знаю, как вам. Я испытываю... Наверное, не смогу пропрыгнуть. Я восхищение испытываю. Я не буду вам врать. Не знаю, стоит ли выше делать, но я чуть-чуть пролезу. Одним глазочком. И ворона. Оп, плюс хилки, плюс одна хпшечка. Что это? О, ну наконец-то. Пресс RT to dash. Я так и думал, честно говоря, то, что будет dash на дерьмовую кнопку. Слушайте, ну... А паузы... Лол? Я escape не могу прожать? Ладно. Я было хотел... Ну, поменять dash все-таки. Я понял. Все-таки это, извините меня, но достаточно ублюдски заставлять человека пользоваться дэшем на ненужную кнопку. Хрена у него размашистые атаки, блин. Папаня, не надо. Не надо лишних слов. Не надо паники, я накидаю по лицу тебе. Не буду таков, но вряд ли смогу допрыгнуть, если только не вот так. Ой-ой-ой, ну как же хорош этот мужчина. А ты точно человек, Ладос? Мне кажется, ты биоробот управляемый. Ультимативно быстрыми руками. Обосрался. Два хита каким-то чудесным образом я успел получить. Не понимаю, как так вышло, ну да ладно. Окей, я просто ни с кем не сражаюсь. По всей видимости, буду таков. Это самым здравым решением, если честно. Оп, сюда, красиво. Оп, сюда. Оп, дэш. Дэш, пацана, красиво. Дело сделано, тут надо осторожнее быть. Ах ты, дрянь. Надо было прыжочек все-таки осуществлять. Это маленький лис. Краснопопый, знаменитый. Смогу? Смогу. Снова не знаю, куда мне идти. Я уже очень сильно запутался. Я все равно не перестаю делать вид, что я знаю, куда иду. Я знаю, что делаю. Я вернулся назад. Слушай, может, я тогда совсем назад вернусь и направо пойду? Если это действительно самое начало. А наверх, по-моему. Наверное, не смогу. Ну, расскажи мне что-нибудь. Говорит, осторожнее будь здесь. А как же? Неужели придется отсюда как-то делать? Гига-прыжок. Не, ребят, это... This is an impossible, motherfucker. Exactly an impossible. Ну, пойдем куда-нибудь еще, куда глаза глядят. По-любому, рано или поздно мы куда-то сможем прийти. Лисичек, сестричек. Обворуем на наличие лута. Вроде бы новая локация.
это тупик. Может, какого-нибудь босса мне покажут? Мапки нет, видимо, я должен это найти на карте. Типа, не на фрагмент бумаги, что ли? Да, я буду записывать свои перемещения. Но беда в том, что тут я уже был. Не понимаю, можно? По-моему, нельзя прыгать на противников. Как вот сюда попасть? Давай попробуем узнать. То есть, как-то нужно ярус выше. Ну как, блин, это сделать? Давай вниз тогда. Вообще в какую-нибудь другую сторону попробуем сходить. Вот, допустим, с этим подраться. Нет, не хотим мы. Понял. Наверное, не стоит, он слишком хорош. А я не слишком хорош. То же самое говорит. Да, то же самое. Наверх я, наверное, все еще не смогу. Как бы мне не хотелось. Если здесь, конечно, не будет вороны. Здесь есть вороны, слушайте. Но это было не специально, разумеется. А, я могу, могу, могу. Сюда. Сюда, сюда. Только я не помню. Подождите, это было очень... Паузу не могу сделать. Это был очень страшный звук, я не знаю, что это. Ой, ненавижу я эти серии, когда меня постоянно отвлекают. Ничего вроде страшного не было, но я немножко испугался. Но, тем не менее, пойдемте к этой тяночке. Ну, что-то про существ нам рассказывает. Без понятия, конечно, зачем мне этот информейшн. Я бы предпочел новую обилочку. Но, как говорится, кого волнует, что я бы предпочел? Возможно, мы теперь сможем в какие-то более новые места попасть. Туда, куда мы не могли попасть раньше, без Дэша. Ой-ой, ну вот это да, обосрамс. Пук в лужу, пук, прям как я люблю. Будет непросто, но я думаю... Да, мать твою, это Бан, Бан Петрович, Петр Баныч. Блин, ни хрена себе хилок тратится. Вроде бы идеально, frame perfect наделал. Но игра говорит, нифига, давай сюда, хилки. Не-не-не, мимо не надо. Все, мимо улетело. Ну что за дрянство, ладно? Сам виноват, обосрался. Хотя бы с лисы заберу свое. То есть он делает дэш, я ему бахаю. И все, похоронил молодого. Ну я, по-моему, просто кругами хожу, как глупый. Тут я тоже был. Вот каким... Наверное, в воду упал все-таки просто. Даже было хотел сказать, каким образом я урон мог получить. А, видимо, каким-то мог. Нет. Вот все. Без вариантов. Видимо, как-то отсюда придется топать. Я могу сюда, в теории. Только что мне это дает? Разумеется, снова не знаю. Я просто возвращаюсь. Бабусю мы вроде бы уже видели. Checkpoint reached. Well done. Куда-то в новое место, по всей видимости. Дубасяо, здорово. Corrupt колоссал. Есть контактный дамаг, это говно. Без хпшки, понимаю. Просто подхожу и делаю вещи. Дэшиться нельзя, надо убегать. Как ссыкун. Ну это просто бан.
Почему-то он не лечился. Полечусь давай. Ну как вот с этим драться, если он меня тупо задавил? Просто босс-петух. Не понимаю, как здесь работают хитбоксы. Есть у меня небольшое предположение, что хитбоксы тут говна. И хилки раньше восстанавливали до моего последнего значения. Я то есть вообще без вариантов никак не могу его обойти. Это очень тяжело делать. Прям реально надо очень перфектно все осуществлять. Обосрался, да. Ну, ладно, сейчас немножко уже понял. Не самый удачный рандом произошел. Тут я сам виноват полностью. Не идеально вышло. Тоже неприятно, что хпшки у него не видать. Я бы, знаете, не отказался от хпшечки. Вторая фаза, походу. Ну, петух. Ну, петушило конченый. Ладно. Четыре раза делает. Ну, без вариантов. Это очень сложный энкаунтер. Давай, или я, или он. Или он. Very hard game, you know? Сразу на второй фазе, что ли? Прикольно. Странно, конечно, почему так? Не, походу первая фаза. Не должен был попасть. Тут я немножко забыл. Испытал фиаско. Ну, короче, не знаю. Не хочу я с боссом драться. Прикольный проект, сложный достаточно. Не понравилась цветовая гамма. Очень ублюдские цвета, все сливаются. Понравилась рисовка, в общем-то... Вся концепция прикольная. Был бы русский, было бы лучше, конечно. Буду очень рад почитать ваши комментарии. Премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья. Играйте, пожалуйста, хорошие игры. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Под каждым видосом есть ссылка. Там уже достаточное количество контента. Есть как подкаст и лайв формат, так и весьма уникальные видосы, которых тут нет. Это как раньше спонсорство на ютубе, только теперь с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Также можно подписаться даже бесплатно, так что буду весьма признателен в случае поддержки и огромная благодарность спонсорам. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.